Чехии в ДТП погиб украинец. Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января. Погиб украинец Василий Пукман. В Чехии в аварии погиб гражданин Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, смертельная авария случилась 18 января. Вчера в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек, за последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя, не спешите, пишет Белецкий. Напомним, в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисель. Также ранее на словацко-украинской границе у КПП Вишни немецкая Ужгород случилось ДТП, в результате которого погиб украинец. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.